Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч 6-го тура группового раунда отборочного цикла к чемпионату мира 2022 Венгрия-Андорра. В 5-м туре Венгрия продолжила неприятно удивлять своих поклонников. За домашним позором в игре с Англией последовал выездной позор против Албании. Ну, наверное, слово «позор» в этом случае будет небольшим перебором. Но не должна была Венгрия проигрывать второй матч подряд, да еще и прямому конкуренту, который стоит в рейтинге FIFA намного ниже. Хозяева отыграли выше всяких похвал и вырвали победу на последних минутах матча, серьезно осложнив задачу венграм по выходу из группы. Андорра неплохо смотрелась на Уэмбли, проиграла менее 5 мячей, что можно признать успехом для такой скромной команды. В очных матчах Андорра однажды смогла хлопнуть Венгрию у себя дома 1-0, но это было исключением из правил. Венгрия, как правило, не имеет больших проблем с Андоррой в очных матчах, выигрывая и всех в сухую. Игра сборной Венгрии в начале сентября очень резко контрастирует с тем, что мы увидели на Евро-2020. Команду как будто подменили. И тут уже хочешь не хочешь, но призадумаешься, а смогут ли венгры пробить Андорру в таком состоянии. В атаке команда Марко Росси в последних двух матчах выглядела весьма беспомощной и неубедительной. Поэтому тут, наверное, в самый раз снова брать плюсовую фору на гостей, поскольку никакого доверия венграм сейчас нет. Хорошо, если выиграют вообще на 1-0. Из связки тотал меньше 3,5 безобьют нет победа хозяев. Самый высокий коэффициент стоит на тотал меньше 3,5 1,93. На обе забьют нет 1,21, на победу хозяев 1,05. Если Венгрия будет играть так, как она играла в предыдущих матчах, больше 3 голов она Андорре не забьет. Но нет никакой гарантии, что хозяева не выстрелят, поэтому здесь банально гадание на кофейной гуще. Ну пусть будет тотал меньше 3,5. Будем надеяться, что Венгрия не преобразится за пару дней до неузнаваемости. Если говорить о реальной ставке с высоким коэффициентом, опять же здесь не просто выбрать что-то более-менее вменяемое. Ну, пускай гости забьют каким-то чудом, и за это будет награда коэффициент 4,45. В принципе, можно сделать такую ставку на ненужные деньги. Забил же Сан-Марино Польша, почему Андорра не может забить Венгрии? На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи, будьте здоровы.